В празднике приняли участие студенты разных курсов и специальностей Сочинского государственного университета. Ровно на час площадка у вуза превратилась в место встречи представителей разных национальностей. Адыги, армяне, грузины, греки, буряты, японцы, англичане, украинцы, русские и даже жители Ямайки. Каждая народность представила вокальные или танцевальные номера. Интересной и изысканной частью праздника стала кухня. Столы с разнообразными видами блюд, характерными для той или иной национальности, просто ломились от закусок и напитков. Все это сделали сами студенты. Наша любимая команда СГУ подготовила этот праздник, так как в Сочи там объединяется более 120 национальностей. На этом празднике мы сможем познакомиться с культурами многих народов, которые проживают вместе с нами. Это очень интересное событие. Никто никого не теснит, все дружные, все улыбаются, все рады, то, что они здесь собрались. И спасибо большое нашему университету, то, что он всех нас собрал. Завершился праздник многонациональным обедом. Все студенты смогли попробовать блюда разных стран и республик.